Сотрудники ГИБДД провели профилактическое мероприятие в районе перекрестка Рылеевой магистральной. Речь идет о предупреждении дорожного травматизма и соблюдении правил движения на пешеходных переходах. Особое внимание уделили детям. Уважаемые водители, к вам отдельная просьба. Помните о том, что на дороге несовершеннолетние участники дорожного движения находятся в зоне повышенной опасности. Они не всегда могут реагировать правильно на дорожную обстановку. Так что на них просьба обратить особое внимание. В каких местах можно переходить дорогу? Где есть зебра, где есть знак пешеходного перехода, где есть светофоры, где есть наземные и подземные пешеходные переходы. Согласно статистике, каждое третье ДТП, заканчивающееся травмами или гибелью, происходит с участием пешеходов. Поэтому подобная работа входит в число приоритетных направлений деятельности ГИБДД. Мероприятие показало, что в целом участники дорожного движения проявляют дисциплинированность и взаимное уважение.